Перестройтесь. И тормозить, да, начали? Светофор. Какой светофор? А то, что знак 40, вы его увидели? Нет. Во-первых, светофор, он не работает, это раз. Во-вторых, едет машина, вот эта вот, грузовик. Вы что делаете? Набираете скорость, подрезаете его и останавливаетесь. Так нельзя делать. Понимаете? Вы же могли его просто пропустить, да? Да он вроде пропускал, пропускал, он что-то тоже... Так потому что вы ускоряетесь. Он едет себе 60, и вы до 60 ускорились и ждете, когда же он проедет. Скиньте скорость, он пройдет, и вы зайдете.